Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Кожданов вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы на меня подписываетесь. Мне очень приятно. Коллеги, сегодня у нас разговор пойдет о расческе 333. Что это за расческа, для чего она нужна, я вам сейчас быстренько постараюсь рассказать. Значит, смотрите, расческа представлена в нескольких цветовых решениях. Это красный, розовый, белый и графитовый цвет. Также расческа представлена с линейкой, она будет белого цвета и вот с такими же вот насечками, как у G35. И на этой расческе тоже такие насечки присутствуют. Поехали дальше. Эту расческу я бы вам рекомендовал для создания таких, знаете, более текстурированных стрижек. То есть, если вы фанатик, к примеру, текстурированных стрижек, то эта расческа, собственно, для вас. Если вы любите там стрижки в стиле Тони Гай, на длинные, на средние волосы, то эта расческа тоже, собственно, для вас. Потому что создавать ровные, четкие линии, ну, можно сказать, вам, наверное, будет неудобно. Просто широкие зубья, там вычес совсем другой, и вам будет всячески неудобно. Также я могу вам сказать так, что вы можете, допустим, комбинировать, к примеру, да, то есть вы можете создать форму, к примеру, вот G35 или 335 расческой, вот, а филернуть, к примеру, вот эта расческа. То есть вы можете, знаете, такие две комбинации двух расчесок создавать. Вот я, например, зачастую так делаю, когда стригу своих клиентов. То есть я простриг форму, допустим, какой-нибудь там 335, потом беру там 332 расческу и создаю там текстуру. Вот. А здесь, ну и также и здесь можно взять, допустим, создать форму 335 и создать текстуру 333. То есть это как бы и вашим клиентам будет необычно, что, о, круто, типа вы стрижете разными расческами. Это тоже, знаете, некий шарм, что у вас столько расчесок и там для каждого вида работы используйте разную расческу. То есть это тоже будет, ну, достаточно круто. Вы будете смотреться в глазах своего клиента, что у вас столько расчесок интересных. Вот. Также этой расческой удобно там расчесывать влажные волосы, то есть, ну, ведь опять же, благодаря своим широким зубьям. Так что расческа, я считаю, нужна вообще просто, то есть, ну, необходима у всех любителей US Park Professional. Если вы никогда не знаете и никогда не пользовались, извините, US Park Professional, то я вам настоятельно рекомендую попробовать купить эту расческу. Вот, значит, коллеги, если же у вас будут какие-то вопросы относительно того, как данную расческу использовать где-то в каких-то других ситуациях или еще что-то, вы мне пишите комментарии под этим видео. Если же вы также пользовались этой расческой, если у вас тоже возникли какие-то вопросы, задавайте мне вопросы, я буду рад вам ответить. В принципе, это все, что я хотел рассказать в этом маленьком видеообзоре. Будут вопросы, еще раз говорю, задавайте, не стесняйтесь, я буду рад вам помочь и поделиться своим опытом. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, буду вам очень благодарен. А с вами был Дмитрий Каждан. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока.